Не школа, просто сказка, причем на каждом этаже своя. В гимназии номер 3 к Новому году создали особую атмосферу. Младшеклассники вдохновились щелкунчиком, сделали огромные золотые орехи, на уроках труда всем классам шили мышиного короля. Стоит подняться на этаж выше, и уже оказываешься в чертогах Снежной королевы. За своими владениями она следит буквально отовсюду. Каждый этаж гимназии не только оформлен по-особому, но и на каждом есть своя фотозона. На третьем этаже можно почувствовать себя в царстве Снежной королевы и сделать фото на память. Новогоднее оформление третьей гимназии стало лучшим в Самаре среди образовательных учреждений. Коллеги из других школ в восторге. Создан определенный какой-то вот антураж, климат. И заходишь каждый раз, получая как будто вот представление о новом спектакле вот в этом месте именно. Всегда очень много бывает идей интересных в кабинетах, в какие-то вот куски, всегда очень оригинально бывает. Но вот в этом году, как никогда, оно такое, знаете, оформление получилось очень целостное. Изначально поставили цель занять первое место в городе. Для этого собрали родительскую общественность и устроили что-то вроде соревнований между классами. Именно благодаря их стараниям мы заняли первое место, как хотели. Чтобы определить победителя, комиссия разработала целый список критериев. Оформление должно быть объединено общей идеей. Ценятся не покупные украшения, а стильный хендмейд, интересные находки, необычные материалы. Очень важна концепция, сама идея, потому что недостаточно просто заклеить коридор с ног до головы какими-то игрушками, снежинками и так далее. Здесь в основе обязательно должно быть нечто, что развивает. В этом году конкуренция возросла. В новогоднем убранстве соревновались все самарские школы, гимназии, детсады и центры дополнительного образования. Их в городе 460. Валерия Макарова, Артем Сулайманов. События.